Приветствую всех на своем канале. Сегодня поговорим об орхидеях. На моем столе самые такие нужные препараты и инструменты для того, чтобы вот вы купили свою орхидейку. И для начала вот это вот больше нам ничего не надо. Смотрите, где-то обломился листочек, берем перекись, попшикали. Где-то обрезали что-то, корешочек, перекисью обработать. А этот препарат, то есть алкогольный напиток, спиртовой моей орхидеи алкоголички, у меня даже есть такое видео, нужно для того, чтобы, когда вы принесли орхидею с магазина или с интернет-магазина, ей нужно обработать листочки от вредителей. Итак, приступим. Я приобрела себе орхидейку в интернет-магазине. Она была вот так запечатана, я ее открыла вот так, и она у меня сутки адаптировалась к домашней среде. Смотрите, хочу раскрыть вам и показать, что я тут купила и что я с ней буду делать. Это как будто бы, ну, для людей, которые недавно занялись разведением и с любовью следят за ростом орхидейки. Ну, надо показать, что нужно сделать с этой орхидейкой, когда вы ее принесли домой. Для начала мы ее распечатаем. Сутки хотя бы подержать в открытом состоянии, чтобы она привыкла к вашей атмосфере, понимаете? Ну, воздух пустить и вот хотя бы сверху, видите? А полностью не распечатывать. Это тоже очень важно, так как орхидейка может стрессануть, если она с цветочками. Моя уже стрессанула давно, еще, по-видимому, в магазине. Мне показывали, она была цветущая. Ну ладно, будем винить почту. Не людей, которые отправляли, а почту, которая долго доставляла. И пришла орхидейка в нецветущем состоянии. Ладно, зацветет. Главное, чтобы она выжила. Сейчас мы ее распакуем. И я покажу, что я купила. Отсюда. Посмотрим, я сама ее не вижу. Может, мне другую предоставили. Так, цветонос, смотрю, засыхает. О, смотрите. Корешки тут. Она что еще с названием? Не могу понять. Паспорт у нее. Названия нету. Без названия. Мне обещали, что эта орхидейка будет пилорик. Но пилорика я тут, конечно, не вижу. Это мы уберем. Сейчас распотрошим корни. Посмотрим. Смотрите, цветоносы все засохли. Видите? Главное, чтобы стволики были живые. Орхидею желательно вынимать из горшочка. Для чего? Вот такой цвет у нее будет. Видите? Ай. Темный-темный фиолетовый еще пилорик. Наверное, мультифлора какая-то мелкая. Вынимать из горшочка для того, чтобы посмотреть корневую систему. Какая у нас корневая система? В хорошем состоянии или в плохой? И убрать торфяной стаканчик. Вот он, видите? Вот этот торфяной стаканчик, когда сильно намокает. Кстати, тут неплохая корневая система. Посмотрите, какие корешочки плотные. Сейчас мы ее отпоим, и вы посмотрите, что с ней станет. Смотрите, какая прелесть. О, так она мне еще неплохая попалась. Чу, еще можно радоваться. Ладно, цветонос. Цветонос – это ерунда. Стволик, посмотрите, не гнилой. Нигде черноты нету. Корневая, посмотрите, плотненькая. Они ее не поили. Смотрите, я снимаю торфяной стаканчик. Обычно, если плохая корневая, вот здесь уже черная и такое гнилое. А у меня оно светленькое. Ха, эта орхидейка еще и выживет. Это на 100%. Это не совсем такая реанимашка, пупер-пупер. Реанимация. Это просто
Доставка отцвевшей орхидейки. Ну, так получилось, сбросила она свои цветочки. Но это бывает. Это бывает, она вот пересохла немножко, сбрасывает. Перелили. Но в этом случае ее не перелили. Спасибо им, что они ее не перелили. Так бы она уже начала черноту пускать. Шейка чернела. А так она у нас пустит молодые корешочечки и пойдет в рост. Вот этот листочек фласочный, видите, самый маленький, он уже начал желтеть. Его можно просто снять. Видите, как я его потянула, и он снялся. Ну, можно было разрезать пополам, и он снялся бы. И вот с этой стороны тоже его снять, так как он будет препятствовать росту молодых корешочков. А нам это не надо. Мне он вообще тут не нужен, не нравится мне. О, посмотрите, какая корневая. Бо, мне что, повезло? Первый раз в жизни в интернете заказала орхидейку. И посмотрите, какая она шикарная. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть листиков. Это взрослое растение считается, шесть листочков. Ну, правда, цветоносы чуть-чуть начали засыхать, видите, полностью. Их даже можно не обрабатывать до первой точки, их можно полностью обрезать. Нового листочка нет. Сейчас я покажу, что я буду делать. Для начала, чтобы обрезать цветоносы, я беру перекись водорода, опять-таки перекись, и обрабатываю секатор. Теперь мы его повытираем. Все, для надежности, чтобы ничего там на нем не осталось. И обрежу цветоносы. Цветонос я обрежу вот так. Вот, смотрите, на одну почку. Хотя она уже отсохла, но все равно на одну почку. А здесь, видите, отсыхает, отсыхает. Ну, давайте обрежем на две почки. Вот так. Все. Теперь посмотрим корешки. Вот этот корень, видите, он сухой, видите? Его можно полностью срезать. Вот, видите? Не видно ничего, что тут тяжи, они не питают орхидейку. Влага набирается в сами корешочки, когда они серые, они потом зеленеют и начинает орхидейка пить. А вот эти сухие корешочки, они никому ничего не нужны. Тут мало чего есть обрезать, но обрезать чуточку нужно. Чистить шейку не нужно. Посмотрите, какая прекрасная шейка. Сейчас мы ее будем поить. Вот тут чуть-чуть, видите? И то оно не гнилое. Я вот сняла, а оно сухенькое. Это можно снять для того, чтобы не собирались там бактерии. Видите, это не обязательно это оставлять. Ой, какая чудная орхидея. Спасибо тем продавцам. Хоть один раз порадовали. А то вечно как приедет орхидея в таком состоянии ужасном, боже мой, что ни рожек, ни ножек не соберешь. А тут приятная вещь. Смотрите. Все, больше мы ничего делать не будем. Сейчас протрем алкоспиртом. Я возьму блюдечко. А вообще не блюдечко. Я возьму вот такую штучку, смотрите. Вот такую коробочку пластиковую. Наливаем сюда алкоголя. Можно чистым спиртом. Ой, я вам не показала на камеру. Вот, смотрите. Вот так, с бутылочки просто, ничем не разбавляю, ничего, просто налила, макаю тампончик, отжимаю его, и все, и вот этим вот протираю все листочки. Смотрите, спод низу. Спирт испаряется очень быстро, и если там есть какие-то живущие эти вредители, ну, обычно орхидеи, когда их очень много, они вместе растут, вредитель все равно какой-то переползет с одной орхидеи на другую. Мы этим обезвредим нашу орхидейку от
ненужных вредителей. Вот так серединку вытрем. Не бойтесь, что она попадет вовнутрь. Это же спирт, это не вода. В пазухе листиков ничего страшного. Сажать я буду ее не сегодня, а завтра, потому что уже очень поздно. Я вот так листочки протру, вот так цветоносик протру. Она сейчас просохнет быстро. Вот так, смотрите. О, все, мы обеззаражили свою орхидейку. Это лишнее я другие протру. Сейчас я возьму емкость, чтобы полить эту орхидейку. Вы все видели, как я дала своей орхидейке просохнуть в упаковочке. Она у меня стояла. Просыхала дальше. И тем самым она адаптировалась к моей комнатной температуре, к моей микрофлоре. Короче, удобрять я орхидейку не буду. Первый полив после магазина удобрять не надо, так как их там удобряют, ого, еще как. Смотрите, немножко, видите, попала влага. И не хочу, чтобы она начала гнить. Я промокну вот так с пончиком. Видите, вот здесь вот. Она высохнет, ну, конечно. Смотрите, я беру отстоянную воду. Вот, видите, у меня тут пол-литра. Я с фильтра, с крана взяла. И немножко добавила кипяченой воды, горячей, чтобы она нагрелась. И теперь погружаю свою орхидейку. Вот это все отстанет. Видите, какого цвета корни? А сейчас посмотрите, какие корни должны быть, когда орхидея напьется. И вот этим вы будете знать, как регулировать полив вашей орхидеи. Если корни такого цвета, как у меня сейчас, она очень хочет пить. Смотрите, погружаю. И буквально на глазах корни сейчас будут менять цвет. Я всю воду вылила, да? Угу. Смотрите, я даже не останавливаю видео для того, чтобы вы это увидели. Смотрите, поднимаю. Видите, какой цвет корней становится? Видите? Она уже начала пить. Она еще не напилась. Так она должна постоять минут 10-15. Вообще, сразу орхидею столько много воды не надо давать. На донышке дают. Но в этом моем случае корневая здесь в очень хорошем состоянии. Поэтому ей можно дать и больше водички попить. Если бы там было много гнилых, тогда да, я бы ей налила на пальчик воды вот так вот. И она бы напилась, нижние корни бы хватали водичку и напились бы. А в моем случае у орхидеи прекрасные корни. Я даже вообще никогда такую не покупала. Это я купила как отцветашку, реанимашку. Но она в прекрасном состоянии. Посмотрите, какая она реанимашка. Она шикарная орхидея. Шикарная. Она у меня будет теперь жить и радовать меня. Смотрите, я долго держать не буду. Я воду слила полностью и ставлю ее в пустой горшочек до завтрашнего дня. Сегодня у меня вечер, а до завтра, и мы будем с вами ее пересаживать. Я покажу, в какую систему я ее посажу. Это орхидея пилорик. Когда она зацветет, я тоже вам покажу, расскажу. Правда, это пилорик, не пилорик, обманули, не обманули, но она фиолетового цвета. Смотрите, как красивенькая. Оп. Ну, зафиксируйся цвет. Да что же оно так не фиксируется? А? О, видно, да? Какое-то наказание с этими телефонами не получается. Все, девочки, всем удачи, всем пока. До завтра будем сажать мою орхидейку в систему, которую я придумала. Оставайтесь вместе со мной. На моем канале будем следить за ростом этой прекрасной пилори. Сейчас я вам покажу, вот у меня чарм здесь растет. Красиво.
очень сказочный чармер. И рядом, но он меленький, да, Будда. Чармер и Будда. А это Леодорочка рядом. Она вообще имеет револьверное цветение, но чего-то она решила отсушивать цветоносы. Видите, она пустила вон новый цветонос. Этот не отсушивает, а те решила отсушить. Ну, это ее право. Как решила, так и решила. У меня здесь два растения в одном горшке. Деточку она пустила. А эту орхидейку я тоже купила, реанимашку. Это Мирафлора. Смотрите, какая красивая. Но она, конечно, цветы, вот бутончики отсушивает. Не хочет она расти. Она у меня тоже вот на подсушке. Я ее 2 дня только назад купила. Что-то у меня стукнуло. Опять хочу покупать реанимашек. Сейчас я ей протру листочки спиртом. Алкоголичка, значит, все алкоголички. Одна другую втягивает. Напарник нужен просто. Но она красивая такая. Смотрите. Приятный цвет такой, замечательный. Что-то у меня вспышка не включается, что ли? О, вот, включилась. Будем следить и за этой орхидеей. А там на холодильнике у меня он белый просто. Беленький. А здесь у меня прекрасная цветоша. Смотрите. Какой огромнейший цветочек. Тоша, это сказка. Он прижался своим цветоносом к окну и выпустил цветочек. Боже, я как увидела. У него корни обалденные, классные. Смотрите, старый он цветонос. Начали отсыхать. А здесь он себе выпустил прекрасный цветочек. Тоша, это вообще классно. Такой цвет. Ой, не можно любоваться и любоваться. Он аж сахарный какой-то. У кого нету Тоши, приобретать цветочек благодарный. Цветет очень хорошо и крупный. Я в следующий раз приготовлю линейку и замерю, сколько сантиметров это Тоша. Может, он второй цветочек распустит уже покрупнее. Все, всем удачи, всем пока. Оставайтесь на моем канале. Пока-пока.